Мы будем готовить сейчас Golden Blue. Берем филе, разрезаем его на 2 или 3 части. Все зависит от толщины филе вашего. Всем. И сейчас мы будем готовить для вас Golden Blue. Это куриное филе, и внутри него будет сыр. Мы разрезали филе. Теперь мы его одеваем. Хорошо отбили с двух сторон. Потоньше желательно. Хорошо отбивайте края. Я думаю... Вот так вот. Потом их посолить. Ну, это мы покажем в процессе. Сейчас мы пока их подбиваем. Мы решили в Golden положить еще по кусочку ветчины. Мы так нарезаем его тоненькими слайсами. 4, у нас 5 штук будет. Вот. И нам нужно будет отрезать сыра. Его порезать так. Мы можем полосочками потом его разложить. Сыра мы будем класть больше, потому что ребенок очень любит сыр у нас. Это его любимое блюдо. Подготовили. Теперь берем соль и перец. И отбиваем, и соль мы перчим отбивные с двух сторон. Мы перец ложить не будем, у нас ребенок, а вообще нужно посолить и поперчить. Получится не маленькие. Вот, берем кусочек ветчины. Потолще можно сюда, но побольше, это потолще. И накладываем сыр. Так вот заворачиваем, накрываем и прибиваем молоточком, аккуратненько прижимаем. Обрезать будет, чтобы придать им одинаковую форму, можно будет ножичком, если вам под, смотря для какой подачи, вот так вот пообрезать, аккуратненько сделать в виде вареничков. Вот так вот мы их складываем до того, как будем готовить дальше. Мы берем наши заготовки, окунаем в муку, очень хорошо придавливаем краешек. И после муки опускаем яйцо. Вот. После яйца сразу ложим на сковороду. Мы их даже обжариваем до золотистого цвета. Нормально будет. Сильно не нужно, потому что они у нас тоже будут доходить в духовке. Если у кого обстоятельства нет духовки, тогда на медленном огне, не на большой температуре, обжаривать подольше, до полной готовности. Вот, она готова с двух сторон, я еще ребром немножко поставила, пусть прожарится.
Снимаем мы их со сковороды и ставим вот так вот на листик, чтобы довести в духовке. В духовке ненадолго. Разогретую духовку минут 10, не больше. Все, скоро они отправятся в духовку. Красавчики. Gordon Blue отправляется в духовку на 10-15 минут. Так, Gordon Blue простоял 15 минут. Я думаю, этого достаточно, чтобы его не засушить. И сейчас мы его разрежем. Итак, берем какой? Давайте самый нижний возьмем. Гляньте, какой красивый. И я вам покажу, что внутри. Какая там красота нас ждет. Гляньте. Невероятно. Круто. В общем, я вам скажу так, что это очень вкусная замена просто простым отбивным. Это такое вот классное мясо, сочное. Вы посмотрите в разрезе, оно сочное просто. В общем, пользуйтесь рецептом. Это очень классный рецепт. Сделайте, не пожалеете. Всем спасибо за внимание. И поставьте нам лайки со старания.